Очень хочу вам рассказать о своем небольшом изобретении, которое я сделал для съемок. Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающе! Сейчас я снимаю на хромакее, на фоне. То есть так у меня вот, видите, такая ситуация в квартире. Значит, я купил маленькие треножки, все по одной цене. Стоят они примерно 6 рублей белорусских. Вот такие маленькие треножки на 30 сантиметров. Также я купил две швабры, у которых отсоединил, отвинтил вот с этих мест, видите, саму швабру, вот она на резьбе. И хомутами, на три хомута, прикрутил эти швабры к этим треногам. А тут в прорези хомутами сделал такое не до конца. Видите? И закручиваю, лампочка выкручивается, патрон убирается, разбирается, все получается, кидаю под кровать эти две треноги. Лампочка потом достаются, когда надо, лампочка закручивается заново, и вот она работает вот таким образом. Очень удобные, очень удобная подсветка, сделал кабель. Советую вот в качестве недорогого средства, потому что тренога, вот эта, например, которая стоит, вот тренога, видите, на экране, с помощью нее я снимаю постоянно, она стоит где-то 65 долларов. Качественная такая тренога, фирменная. Вот. Ну, не покупать же две треноги для света таких. Они стоят минимально в Китае 18 долларов одна. Вот таким незатейливым способом за 12 рублей одна тренога получилось 6 плюс 6. Швабра плюс треножка маленькая. Ну и лампочка стоит где-то 4 или 5 рублей. 30-ваттная светодиодная. Это неплохая сумма для того, чтобы сделать вот такие вещи. Проводы я сделал тут 15 метров. Для того, чтобы можно было отнести в любое другое место и установить там свет. Ну вот, сейчас я включил. Очень яркий свет. Видите, ничего не падает. Все надежно стоит и работает. Видите? И вот в собранном виде эти треноги вот так вот выглядят. Очень удобно убрать их куда-то под кровать, чтобы они не мешали. Мешочек с проводами, с лампочками. Все очень компактно и удобно.